Так, ну ладно, что мы делаем? Мы берем тесто. Какое оно странное. А ты не чувствуешь, что оно липнет? Ко мне. Что я готовлю. Я вообще без вариантов. Белая нитка — это к дальней дороге. Надеюсь, куда-нибудь за границу, там, курорт какой-нибудь. Монетка — это к благополучию материальному. Фасоль — к пополнению в семействе. Теперь, когда мы сделали вареники, мы их кладем в кастрюлю и варим всего лишь 6 минут. 6 минут варим вареники в кастрюле. А затем едим. Монетка? Нет. Кажется, в этом году я выйду замуж.